Время любви, пробуждение природы и надежд. Рязанские авторы объединили свое творчество в одной выставке, посвященной весне. Кроме живописных и графических работ, здесь также представлены необычные скульптуры в форме часов, витражных изделий и керамики. Весна всегда время надежд, видимо. Вот. Поэтому во всем этом какая-то гармония, мне кажется, существует. Вот. И участников, ну, не рекордное количество, но тем не менее люди отозвались, люди разные, произведения разные, индивидуальность очень хорошо видна как раз на этой выставке. Когда тема более-менее понятна для зрителя, а она действительно всеобщая такая тема, то можно как раз увидеть нюансы каждого автора. Каждый художник передал свое видение весенней романтики. По словам авторов экспозиции, прочитать тему зритель должен самостоятельно. Для этого живописцы использовали разные техники в своих портретных, пейзажных и жанровых работах. Моя работа сзади меня находится, которая это, в общем-то, фантазия моя, но на тему моего любимого Пощипова, Коростова. Я так более-менее как-то проработал эту тему, показал ее, все-таки дал понять. Хотя она более фантазийная, более чувственная, я бы сказал. Начинаю все чаще вообще смотреть на небо, в принципе. А небо очень быстро меняется, это очень интересная, непостоянная вещь. И в нем бывает такая драматургия, что на земле порой не найдешь. Вдохновить, подарить надежду и показать красоту весны. Задумка авторов выставки удалась, рассказывают зрители. Получить эстетическое удовольствие от работ можно до 9 мая. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».